Всем привет! Это канал Коуфильм. У меня есть для вас еще одна история, которая может произойти в клевом мультфильме «Зверополис 2». Внимание! Комментарии, которые останутся без ответов, попадут в следующий ролик. Идею для этого ролика прислал Зиппа-любитель. Короче, погнали! Ник Уайлд и Джуди Хоббс отправились на очередное задание. Они узнали, что на одном заброшенном заводе должны встретиться преступники, планирующие новое дело. Ник попросил Джуди остаться в участке, потому что это задание очень опасное. Но Морковка была очень упертой и пошла вместе со своим рыжим напарником. Ник и Джуди пробрались внутрь и спрятались за ящиками. Через полчаса на завод пришла банда Финьков и мистер Пик. Они начали говорить о своем самом дерзком деле. Финьки планировали ограбить самый крупный банк Зверополиса. Мистер Биг передал мелким гангстерам план банка и пароли от сейфа, ведь этот крот был его совладельцем. Джуди наступила Нику на хвост, и Лис чуть-чуть не выдал себя. Ник очень сильно разозлился на Джуди и сказал ей, что сейчас пойдет брать банду в одиночку, но Морковка вовремя его остановила. Когда Финьки и мистер Биг ушли, Джуди связалась с полицией и сказала, что нужно устроить засаду в центральном банке Зверополиса. После этого наши пушистые герои сели в машину и тоже помчались к этому банку. Им удалось приехать раньше остальных полицейских. Недолго думая, Ник сразу ворвался в банк и началась перестрелка. Ему удалось загнать грабителей в угол и продержать их там до приезда подкрепления. Через некоторое время всю банду Финьков погрузили в полицейский фургон и повезли на допрос. Доказать причастность мистера Бига к ограблению так и не смогли. Финьки так и не раскололись, а после суда отправились в тюрьму. Хитрый крот вышел сухим из воды. Ник и Джуди точно знали главного организатора, но у них не было никаких доказательств. Возможно, им повезет поймать этого злодея в следующий раз. Надеюсь, наши пушистые герои не забудут захватить с собой диктофон или камеру, когда пойдут на новое дело. А ты хочешь исследовать бесконечные просторы космоса на боевом звездолете? Тогда зарегистрируйся в бесплатной браузерной игре, которая называется Dark Orbit. Ссылка находится в описании. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, а за, подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всем пока!